вали с Одессы родной. Тогда в бой пошла наша рота. Он ушел впереди с автоматом в руке, моряк Черноморского флота. Он шел впереди и пример всем давал, а родом ведь был он Сардынки. И ветер гулял за широкой спиной, и в лентах его без козырки. Еще лишь один раз я видел его в той чистенькой маленькой хате. А лежал он на докторском белом столе в защитном походном бушлате. Двенадцать ранений хирург насчитал, две пули засели глубоко. А на замелый моряк и в бреду напевал, раскинулось море широко. А на замелый моряк и в бреду напевал, раскинулось море широко. В сознание пришел он хирурга спросил: поедешь ко мне на Ордынку? А жене передай мой последний привет, а сыну вручи бескозырку. А жене передай мой прощальный привет, а сыну вручи бескозырку. Доктор знакомый поехал в Москву, пришел он тогда на Ордынку. А жене передал он последний привет, а сыну вручил бескозырку. А жене передал он моряцкий привет, и сыну вручил бескозырку. Я встретил его близ Одессы родну, когда в бой пошла наша рота. Он шел впереди с автоматом в руке, моряк Черноморского флота. Он шел впереди.